сумасшедшая, бешеная, кровавая муть. Что ты, смерть или стеление коллегам? Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал вашу мелку. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Петр. Чернь его любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам. Салон церил глазами удачу. Ветер волосы мои, как солому, трепал. И цепями дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шебеть нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицы рассветная роняла мне в рот молоко. И холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как век, к истощенным векам. Проведите ж! Проведите ж меня к нему! Я хочу видеть этого человека. Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес свою душу. Ах, давно, знать, забыли в этой стране про чайного негодяя и жулика. Слышь, человек, ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, полувица и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы черни. Заковали глотки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет! Понимаешь ли ты? 10 лет! То стражничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет, на общипку, как пух лебяжий. Черт ли с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ох, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на заре желтый гроб, кандалы ее сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, лишь тебе одному поверю я. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, бродяга и вор, вздумал сдывить красиво ртой грабителей и дворянские головы. Сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь садить в него нож. Так он сказал мне. Но за эту свободу ты свободу найдешь. И в карманах зазвякает серебро, а не камни. Уж 3 дня и 3 ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь. И спросить мне некого. Проведите. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.